нашим поколением. Для нас, для калмыков, огонь имеет сакральное значение. Сегодня мы на эти мгновения становимся хозяевами и хранителями олимпийского огня. Того, который через некоторое время возвестит начало Олимпийских игр. Спасибо. Подумать только. Тысячи и тысячи рук пронесли от берегов Балтики до берегов Тихого океана этот Олимпийский огонь. И сегодня наши с вами руки прикоснулись к этому огню. Чувство единения, чувство сопричастности к этому великому событию – это главное. Здесь мы уже победили. Победила Россия, победил наш народ. Мы, конечно, желаем победы нашим спортсменам. Мы желаем нашим спортсменам удачи. Мы хотим, чтобы наша страна была могучей и сильной. Сегодня мы уже доказали, что мы можем проводить такие мероприятия. Сегодня мы доказали всему миру, что Россия – это сильная, могучая страна. Потому что мы – одна страна, одна команда. С праздником вас, дорогие земляки! Мы благодарим Алексея Маратовича. Дорогие друзья, слово для приветствия предоставляется финальному факелоносцу эстафеты в Элисте Семенову Вигиану Артуровичу. Добрый день, уважаемые земляки! Холмбенде! Сегодня у нас такой великий праздник, и мне очень большая честь пронести олимпийский огонь по нашей республике, по нашей земле. И, конечно же, пожелаем побед нашим спортсменам и удачи. Она им понадобится. Спасибо. Мы благодарим.